Дорогие друзья, выхожу я, значит, из метро Анна Роза и встречаю, знаете кого? Свою старую знакомую Ханнеке Рикс, мать Матса Фалька, которая тоже участвует на всех соревнованиях вместе с ним. Потрясающая женщина. Ну и она мне, естественно, объяснила, куда идти. Вот именно туда я сейчас и направляюсь. Вдоль вот этих красивых деревьев, красивых зданий, вдоль множества всяких кафешек, огромного количества людей. Я направляюсь к колледжу этапа, где и пройдет завтра, послезавтра и еще и послепослезавтра чемпионат мира по спидкубингу. Говорят, ну точнее не говорят, а Ханнеке Рикс говорит одна, что тут буквально 200 метров и я на месте. Говорит, что там очень много спидкуберов собралось уже сегодня, несмотря на то, что чемпионат начнется только завтра. И все уже готовы сражаться за титул сильнейшего спидкубера планеты. Ну и вот она этапа. Как я это понял? Да вон кубики висят. Как еще это по-другому можно понять? Только так. Большие-большие кубики висят. И это значит мне сюда. Ну и вот еще и написано крупными буквами этапа. Ну что, попробую зайти внутрь и посмотреть, что меня здесь ждет. Hello? Hello. Rubik's Cube Championship tomorrow. This way, yeah? Thank you, thank you. Друзья, обратите внимание на эти урны. Они цвета наклеек кубика Рубика. Друзья, вот я и нашел место, где будет проходить чемпионат мира. По кубику, ну, несложно найти было, совершенно несложно. Особенно после того, как я встретил Ханнеке Рикс. Прохожу мимо вот этих турникетов, надеюсь, что здесь можно пройти, и двигаюсь к столу регистрации. Дорогие друзья, только я зашел в место проведения соревнований и узнал, что чемпионат мира уже начался. Но он начался не для участников, а для тех людей, которые его организовывали. Чтобы завтра им не терять время на свои сборки, они сделают их сегодня. Не знаю, на каких скрамблах, наверное, не на таких, на каких завтра будут собирать участники. Но, тем не менее, сегодня уже первопроходцы этого чемпионата, скажем так, начали свои попытки сборки разных головоломок. Например, в этой комнате я увидел Рона Ван Брюхена. Вот он, председатель Всемирной ассоциации спидкубинга. Ну и много еще людей, которые организовывают этот чемпионат. В соседней комнате тоже продолжаются соревнования. Комнатки достаточно маленькие, уютненькие, комфортненькие. Но, наверное, основное, все самое интересное будет проходить в другом месте. Даже урны цвета наклеек кубика Рубика. Обратите внимание. Белая, синяя, красная, желтая. Не хватает только зеленой и оранжевой. Пройдусь, прогуляюсь. Туалет Бано. Туалет Бано. Не знаю, что это означает. Бано. Женский или мужской? Интересно предположить. Так. Здесь лифт, ведущий наверх. Интересно, интересно, интересно. Может быть, с другой стороны этой лестницы будет что-то еще, что меня удивит. Спускаюсь обратно. Подготовка к этому чемпионату мира была очень-очень серьезная. Это видно было невооруженным глазом, потому что мне присылали письмо даже с моими личными цифрами, данными. То есть в какое время и где я участвую, в каких дисциплинах. Вот фишка этого чемпионата. Яичко Рубика. Вот оно. And it's a bit difficult to make it, but it's going to be from childhood a little bit bigger, and
Интересная головоломка. Много всего интересного меня здесь ждет, я уверен. Шахматы стоят? С ума сойти. Здесь еще и в шахматы играют. Excuse me, please. Can I enter here? Yes. Thanks a lot. Мне разрешили войти, посмотреть, что здесь такое. А здесь еще люди. Также тренирующиеся и радующиеся первым успехом. Шахматы, интересно. Неужели будет еще какой-то отдельный турнир по шахматам? Так забавно. Вообще, связано ли это как-то со спидкубингом, вот это помещение? Пока что непонятно. Ну, я думаю, завтра все станет значительно яснее. И интереснее. О, здесь бы я сфотографировался с удовольствием на фоне этой штуки. И обязательно сейчас это сделаю, кого-нибудь попрошу меня сфоткать. Дорогие друзья, наконец-то я нашел то место, в котором будет проходить завтра все самое интересное. Вот оно. Посмотрите, какая красотища. Таймеры пока выключены. Дисплеи в смысле. Как же их много. Столы, стулья и огромный кубик посередине. Вот он какой красавец. И здесь повсюду кубики висят. Прикольно так. Вот на этом бы фоне сейчас сфотографироваться. Обязательно кого-нибудь найду и попрошу меня сфоткать тоже. Потому что это классно, это прикольно. Это здорово. Очень красиво все организовано, великолепно просто. Один этот баннер огромный, чего стоит. Какая красотища.